ставишь то, что даже ну, давай, короче. Нет, давай, я буду прямо на получала. Ну, лучше. А если трек у меня, я хочу на развитие вот тут вот. Так, ставишь тут у тебя вторую точку. Вот тут у тебя начинается мелодия. По-хорошему, да. Вот этому моменту тебе надо убрать уже этот трек. А, да, либо не используй то. Короче, ты рекомендуешь, смотри, то есть вы не делаете сильно жестко. Смотри, вот, вот, вот такой момент, который типа у тебя без вокала просто мелодия. Его тоже можно использовать. Какие-то, как первого, да. Какие-то точки ставишь здесь. То есть ты ставишь на все знаки. Да, это я согласен, да, это верно. И, соответственно, песня. Ну, тут себе можешь как пометку, что вот тут вот после всей... А, ну вот. Можешь себе пометку. Да, вот тут то, что да. Она у тебя начинает петь. То есть, да. Я тебе говорю, а если... А как ты пометку поставил, что она поет здесь? Никак ты. Если хочешь, то ты можешь написать. О, не... Я лох. Я не знаю. Поет. Ну, все, у тебя будет все, ты по-русски еще, вокал, а? Особенно по-русски, вокал. Да, да, ну ты не можешь, то есть вот счет, типа, тоже еще три места, я так и делаю, голый бит, то есть потом, когда ты начнешь играть чуть плотнее, то есть ты сам можешь, типа, ну поймешь уже, какие точки, какие ты используешь, но для начала, как правило... Максимально запаковать. Нет, пока вот... Максимально ты сейчас все равно их себе поставишь, потом вот поначалу ставь, как правило, на первый удар, с которого ты будешь сводить, и ставь себе вторую метку, какую-то как, не то что яркую, а наоборот, как маркер, что вот тут у тебя начинается основная часть, и к этому моменту ты должен другой трек убрать. Да, все, я что типа к этому ты уходишь. Вот типа все, отсюда мы делаем вот сейчас, как мы действуем с тобой. Допустим, вот у нас играет. Thank you.
То есть без мы зеленый точно доводим до оригинала. Поэтому плакал.
начала просто начал слушать. Я к тому, что я не знаю, что это. Ты это имел в виду, что это организовывает человек? Да. Они это организовывают, что это не шапон. Это даже не шапон, который организовывает. Thank you.